Если вы посмотрите на страницу 75 своих конспектов, то найдете там описание еще одной теории — полупелагианства. Эта теория лучше согласуется с тем, что мы читаем в Писании. Но, тем не менее, она все-таки также содержит противоречия с библейским учением. Суть этой теории вы можете прочитать в своих конспектах. Согласно полупелагианству, каждый человек не согрешал в Адаме. Только один Адам согрешил в Эдемском саду. Но в результате грехопадения Адама каждый человек наследует падшую человеческую природу. И вы помните, когда мы с вами говорили о первородном грехе, мы говорили, что он состоит из двух элементов. Это врожденная вина и врожденная испорченность. Сторонники пелагианства утверждают, что ничего такого нет. Полупелагиане говорят о том, что врожденной вины нет, но врожденная испорченность есть. Согласно полупелагианству, грех Адама не вменяется нам. Также мы невиновны в этом грехе. И вот такой позиции на протяжении нескольких веков придерживалась Римско-католическая церковь. И это объясняет, почему в Римско-католической церкви крестят младенцев. Новорожденный младенец не имеет вины перед Богом, потому что грех и вина Адама не вменяется ему. Но, с другой стороны, есть испорченность. И согласно учению церкви, считалось, учению Римско-католической церкви, что если младенец крестится, то тем самым устраняется врожденная испорченность. И в результате этого, как считалось, новорожденные младенцы после крещения могли начать все с чистого листа. Крещенный младенец невиновен в Божьих очах, и любая испорченность, которая могла быть передана ему от его родителей, от его прародителей, также устранялась крещением. И поэтому ребенок становится виновен перед Богом в том случае, когда он же сам совершит собственный грех, нарушит Божий закон. Я думаю, что вы понимаете, что эта доктрина, если можно так сказать, очень удобна. И неудивительно, что Римско-католическая церковь придерживалась такого учения, потому что, скажем, есть вопрос о том, что происходит с детьми, которые умирают, будучи младенцами. Согласно полупелагианству, грех Адама не вменяется, поэтому младенцы, которые умерли в младенческом возрасте, окажутся на небесах, потому что они невиновны перед Богом. Им даже не нужно будет ждать в чистилище или в каком-то другом месте. Их врожденная испорченность была устранена, поэтому им даже не нужно очищение. Поэтому если ребенок умирает при родах или вскоре после родов, то согласно вот этой конкретной теории, то если ребенок крещен, то родители не должны волноваться по поводу того, где же этот ребенок проведет вечность. Ребенок будет в раю с Богом. Также, согласно этой теории, утверждается, и это записано у вас в конспектах, что люди не несут вины за свою падшую природу, с которой они рождаются. Поэтому тот факт, что человек рождается с падшей природой, не означает, что он виновен и что должен понести за это какое-либо наказание. Но что же тогда это означает? А это означает то, что после рождения каждый человек имеет падшую, испорченную природу. И движимый этой падшей природой, каждый человек совершает грех. И вот интересно, если даже вы крестите своего ребенка младенцем, то согласно учению Римско-католической церкви, учению полупелагианства, все еще утверждается, что возможно, что такой
ребенок, возрастая, будет понимать Божий закон и совершит грех. И вот когда человек совершает собственный грех, то вот вина за этот грех уже вменяется человеку, но вина за грех Адама человеку не вменяется. Все, что человек наследует от Адама, это падшую человеческую природу. И вот люди, наделенные этой падшей, испорченной природой, унаследованной от Адама, не могут угодить Богу, хотя, рождаясь, они невиновны в Божьих очах. И очень часто, согласно этому представлению, утверждается, что Дух Святой посылает благодать человеку, чтобы человек мог преодолеть оковы природной испорченности, с которой он рождается и которую унаследовал от Адама, и уже тогда может делать то, что угодно Богу. Другими словами, в результате связи с Адамом, согласно полупелагианству, утверждается, что человек не полностью не способен угодить Богу, но частично не способен. И поэтому Бог, Дух Святой, посылает благодать человеку, и даже есть такое понятие в богословии, предваряющая благодать. И вот Бог, посылая нам благодать, так как мы обладаем какой-то способностью ответить на эту благодать, получается, что Бог ожидает сотрудничества между нами и собою. И тогда мы способны делать то, что угодно Богу. И утверждается, что, к сожалению, каждый человек рано или поздно, в какой-то момент своей жизни, уже в раннем возрасте, согрешает, противится благодати Божией, которую дает Святой Дух. И тем самым утверждается в своей испорченности, в тех негативных чертах, которыми обладает его природа, и которые он унаследовал от Адама. И вот когда человек совершает собственный грех, вот тогда он становится виновным в Божьих очах. И с каждым совершенным грехом человек становится все более и более испорченным. Он падает все ниже и ниже. И это суть полупелагианства, если выразить эту суть в нескольких словах. ТВ-семинаре – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но давайте с вами пойдем дальше и поговорим о возражениях, высказываемых против полупелагианства. Итак, послание к римлянам 5:12. И давайте мы с вами прочитаем этот стих, чтобы лучше понять, в чем состоит суть возражения. Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Если бы Павел не написал последней фразы, потому что в нем все согрешили, то тогда можно было сказать, хорошо, это действительно несправедливо. Адам согрешил, а я умираю из-за его ошибки. Ведь я в этом никак не участвовал. Но Павел говорит, нет, ты участвовал, в нем все согрешили. Итак, это Римлянам 5:12. И мы прочитали, что смерть является наказанием, является следствием грехопадения. И также в этом стихе говорится, что это наказание обрушилось на всех людей, так как все люди согрешили. И если мы принимаем то, что написано в 12 стихе 5 главы послания к римлянам, то тогда мы должны признать, что есть две основные проблемы с теорией полупелагианства. Во-первых, мы помним о том, что сторонники полупелагианства утверждают, что мы не унаследовали вину Адама. Но если вина не вменяется нам,
то как мы тогда можем быть наказаны? Так? Вот посмотрите, если вы предстаете перед судом за то, что нарушили правила дорожного движения, и судья говорит, вы невиновны, но тем не менее заплатите штраф $100 за нарушение правил дорожного движения. Если я невиновен, то почему я должен быть наказан? Поэтому мы понимаем, что если и есть какое-либо наказание, то оно может быть справедливо только в том случае, если есть виновный. И в послании к Римлянам 5:12 мы читаем о том, что наказание за грех — это смерть, и грех перешел от Адама ко всему человечеству. И об этом мы вновь читаем в стихах 17 и 18, 5 главы послания к Римлянам. Но если наказание перешло на все человечество, то тогда и вина должна вменяться всему человечеству. Потому что, как мы только что сказали, будет несправедливо наказывать людей, если они невиновны. Поэтому, какова же проблема с теорией полупелагианства? Согласно теории полупелагианства, вина Адама не перешла на человечество. Но если вина не перешла, то и наказание не должно перейти. А раз наказание перешло, то люди должны быть виновны. Вдобавок к этому, апостол Павел пишет, это последняя фраза 12 стиха 5 главы послания к Римлянам, что «все согрешили», и греческий глагол — это «хемартон». Я сейчас напишу его на доске. И это слово «хемартон». И я все-таки напишу его на доске. И время этого глагола указывает уже на совершенное действие в какой-то момент времени. И оно указывает на некий конкретный греховный поступок. И оно не означает, что в результате этого мы все стали испорченными. Ну а теперь вы можете спросить, ну а к чему мы все это говорим? Да потому что сторонники полупелагианства должны каким-то образом объяснить нам последнюю фразу 12 стиха 5 главы послания к Римлянам. Если понимать эту фразу так, как она написана, а здесь мы читаем «потому что все согрешили», то это означает, что раз все согрешили, то и все виновны. Но сторонники полупелагианства утверждают, что мы не получаем вину от Адама. И как, по-вашему, может сторонник полупелагианства истолковать этот стих Римлянам 5:12? Единственное толкование, которое согласуется с их теорией, это считать, что все люди стали испорчены. И это означает фраза, что все согрешили. И сторонники полупелагианства признают передачу испорченности от Адама, они не признают передачу вины. Но мы не можем принять такое толкование, что все стали испорчены, потому что не это означает вот это слово, записанное на доске. Потому что это слово указывает на конкретный совершенный греховный поступок. И эта фраза не может означать, потому что все стали испорчены. Что ж, давайте пойдем далее. Есть еще одно возражение, и оно строится на стихах, записанных в послании к Римлянам в 5 главе, это стихи 16 и 17. И в этих стихах мы читаем о том, что наказание и осуждение перешло через Адама на всех нас. А если осуждение перешло на всех нас, то это означает, что мы также должны были унаследовать вину Адама. Давайте вместе прочитаем стихи 16, 17 и 18. Павел пишет в 16 стихе,
И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению. И здесь речь идет о наказании. А дар благодати к оправданию от многих преступлений. Давайте здесь остановимся и повнимательнее рассмотрим этот стих. Павел пишет, что суд за одно преступление к осуждению. То есть выносится приговор. Человек виновен, поэтому осужден. Полупелагианство же утверждает, что мы не получаем вину. Мы невиновны. Но этот стих говорит, что виновны. Посмотрите на 18 стих. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение...» И здесь, как мне кажется, Павел пишет еще более конкретно, чем в 16 стихе. «Осуждение подразумевает вину». Но полупелагианство утверждает, что мы не получили вину Адама. Мы виновны лишь за свои грехи. Но в этом стихе мы читаем о том, что в результате одного греха все были осуждены. И что это за один грех? Если посмотреть в контексте этой главы, то становится очевидно, что это грех Адама. И вот из прочтения этих стихов становится очень-очень ясно, что вина Адама в действительности была вменена всем людям. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.